меня. Время уже прошло, это минут 10. Надо еще чуть подождать. Но вот полоска С, это значит, что тест пройдет, ну, как бы, можно засчитывать. А если бы ее не было, значит, надо еще раз его провести. А вот вторая, третья, это означало бы, что есть малярия. Пока у меня, слава богу, ничего не проявилось. Так, у Леси начинает проявляться... Это не видно. С начинает проявляться, а дальше посмотрим.